На федеральной трассе Морпорт-Аэропорт укладывают последний слой асфальта. При этом продолжаются работы по устройству примыканий дорог. Начался монтаж уличных фонарей, укладка тротуаров, бордюров, обустройство остановок. Планируется расширить дорожный участок в районе Садового кольца и добавить две новые полосы. Также началось асфальтирование последнего участка дороги до Мильково. Работы завершатся в ноябре этого года. Также продолжаются работы по примыканиям, по устройству асфальтобетонного покрытия по примыканиям. Приступили у нас субподрядчики, приступили к работам по освещению, по укладке тротуаров, подготовке бордюров, остановок. Срок сдачи объекта 31 октября 2021 года.